В Брюсселе сегодня второй день саммита Евросоюза. Представители 28 стран-участниц попытаются совместными усилиями найти выход из мигрантского кризиса. Премьер Венгрии, к примеру, призвал остановить нашествие беженцев в Европу. Для этого он предлагает гораздо строже контролировать границы. Канцлер Австрии предложил другое решение – высаживать мигрантов еще до прибытия в Европу. Речь о том, чтобы спасенных в море размещать на территории в третьих странах. И дальше уже разбираться, кому давать официальный статус беженца. Все участники саммита едины в одном. Нужно лучше координировать действия между собой. Мы все сталкиваемся с простым выбором. Хотим ли мы национальных решений или верим в европейское сотрудничество? Мы нуждаемся в совместной работе с учетом наших соглашений по ключевым вопросам. И наша работа внутри Европы основана на двух принципах – ответственности и солидарности. Сегодня очень важный день. Мы надеемся, что все слова будут воплощены в жизнь. Италия больше не нуждается в словах и заявлениях. Нам нужны конкретные действия. Также в программе саммита ЕС – общеевропейский бюджет, отношения с США и торговые войны. Еще один вопрос, который звучит в Брюсселе – это выполнение Минских соглашений. Доклад представляют лидеры Франции и Германии.